Бесплатное кафе для студентов открылось в Актобе. Бульон, макароны, сладкий чай здесь можно получить, предъявив лишь студенческий билет. Заботу о подрастающем поколении проявляет один из местных предпринимателей. Заведение расположилось вблизи нескольких крупных учебных заведений для того, чтобы студенты могли быстро перекусить после занятий. Кафе уже популярно, в обеденное время здесь многолюдно. Ребята заходят по несколько раз в день. Ограничений нет, кафе работает с 9 утра до 7 вечера. В общей сложности в день удается накормить до 300 студентов. В выходные дни здесь проходят обучающие мастер-классы на тему «Как открыть собственное дело». Советы дают состоявшиеся бизнесмены. Здесь уютно и бесплатно для студентов. Спасибо всем организаторам. Для студентов удобно, особенно для медицинского университета. Все это делается в рамках благотворительного проекта. Наше руководство это уже не первый раз практикует. Теперь это благотворительный проект в рамках поддержки студентов. Ведь у нас в городе немало учатся студентов, которые приехали из других городов и регионов, из поселков. Все они нуждаются в теплом, уютном местечке, где можно покушать.